Всем привет, геймеры! Играем Hitman 3. И сейчас у нас на подходе уже компания Румыния. Румыния. Прошлое у нас была Аргентина, мне очень она зашла, офигенная. Но мы там одну стори сделали. Итак, играем Румыния. Планировать у нас ничего здесь нет. В прошлой серии мы немного были отравлены Дианой. Вернее, наш агент. И похоже, у нас нету оружия никакого. Будем добывать, значит. Are you still here? Ты еще здесь? Still clinging on to your self-image. Это напоминает мне такое... Agent 47. The Apex Predator. Twin Mirror, да? Это как будто там в каком-то сознании появились, фиг знает где, непонятно. Подсознание. Ну, да, Twin Mirror. Always hiding behind the headlines. Was perfection its own justification? Or a willful distraction? A wall built contract by contract. Контракт за контрактом. To shield you from the uncomfortable truth. Наши воспоминания. You're exactly the tool they bred you to be. Это все, кого мы поубивали. Quite a piece of work you are. How could you possibly function on your own? You never even had a name until I gave you one. Мы просто утопаем в крови. That's him. Это он. Burnwood never ceases to surprise me. Да, он меня you удивил. You really are a most singular individual. And to think she wanted me to put you down. Lucky for you, I never throw away anything useful. Prepare the serum. Forgetting's not so bad. You've done it before. Ты должен все забыть. Короче, ты должен все What's полностью забыть. Is he still looking at us? I'm afraid so. Poor sap just won't accept his days are done. Perhaps I should take him out to the woods and set him free. Oh, it's a classic. He was a loyal tool. But everything goes the way of the horse and cart eventually. I couldn't agree more. Вы поняли, как наш прошлый раз отравлен был агент? The toxins are playing into your fears. Don't let them. Come on. Gotta get your head straight. Вставай, чел. То есть нас как отравили? Мы когда последний раз танцевали, да, там яд был нейротоксин у Дианы на перчатках. Но как же он сработал с помощью кнопки? Это очень странно. She wants me dead. She has every right to after what we did. But that's not what is really going on. She chose power. In the end, she was just like them. No. She found a way to turn Edward's own cleverness against him. The rest is up to you. I don't know how. You do know. Diana! Coming! Это Диана была маленькая. Once you dispose of Edwards, I will dismantle Providence from the top down. It will finally be over. All you have to do is embrace the past. Ну, правильно же, да? И она девочка, что ли, была? То есть нас должны были, память нам стереть, должен был наш один из врагов. Но он не захотел нас убивать. То есть захотел боевую машину оставить у себя в виде
Забывчина с отключенной памятью. Так, тело так. А можно полежать, в принципе. Притвориться. Да, вроде спящим. Пропуск. Так, а вместо себе его положим. Ну, в шкаф не буду ложить. Я его, короче, положу сюда. Там, где наш агент лежал. Пусть поспит здесь. Думает, что это я, типа. Не могу. Блин, это так прикольно. Ну, значит, в шкаф тебя. Шкаф, так в шкаф. Eliminate Arthur Edwards. Это Артур, который нас в живых оставил убить. И Providence Member may be eliminated. Короче, убивать всех подряд на своем пути. Пропуск. Но у нас уже есть пропуск. Experience. 10 очков опыта. Да еще есть интересное. Да, объект. А то есть нам должны там серу были фигачить. Код. А, код у нас есть же. Карта. Чтобы мы потеряли сознание или память потеряли и долгосрочную, и краткосрочную. Ну, мне так прикольно, так нравится, он так рукой так фук проводит, так интересно. Экзамен. Типа изучили, как какие-то оружия нам дадут или нет. Блин, такой как Румыния, да, советские ученые, такие круглые очечки. Рассматриваем наше лицо, не видят. Блин, нам бы в охранника переодеться. Так, как-то отвлечь можно? GPS, microwaves, duct tape. This serum will eventually improve lives. I've got to believe that. Tell that to the poor SOB in the rear car. Nah. When I want to forget something, I rely on my good old pal. Открыть дверь мы не можем. Слушайте, какие-то такие здания продолговатые. Это очень странно. А ввести код. Код. Ищем код. Так, охранники там. Ищем код. Ну, ничего как бы нету. А, вот это вот, скорее всего, код 1979. Ну, других здесь нет. Короче, пробуем. 1979. Да. Короче, ребята, вот это вот, видите? 1979 на плакате, это 79. Open the door. Ломик. Значит, взяли ломик, и сейчас мы можем выйти. Это как бы закрытое помещение. Можем выйти, а можем, слушайте, а может вернуться и ломиком их побить всех. И охранниками будем. Вот можно вот выйти. Или все-таки ломиком. Больше ж никого здесь нет. Я хочу в охранника одеться.
И давайте-ка, наверное, их всех мочим. Кипиша никакого не было. Ломик заберем. И давай в сторону его отодвинем как-то. От моего ломика нафиг. Ломик сломан. Как так? Блин, а ломик, я его просто... Так... Мы, получается, если ломик сломан, то мы не сможем выйти. Блин, а мы не сохранились. А если пострелять? Вот где-то. Блин, офигеть. Ну давайте перезагрузимся. Есть хотя бы сейв автоматически был. Значит, их просто побьем. Ломик мы не будем использовать. Блин, а как он? Я ж вроде его вырубил. Карта, блин, не рабочая. Not available. Ну и ломик у нас остался. Прятать никого не надо. Это как бы закрытое помещение пока месть. Мне интересно, почему ломик сломался... Об охранника. Неужели я такой сильный был? Open the door, yes. Блин, офигеть, мы что, в поезде? Румыния. Обалдеть. Крутяцким. Все в сосульках. Карпатские горы. Нас бы просто сдуло. Блин, круто. Стрелять, что ли? Выпал в осадок. Можно было, конечно, здесь спрятаться. А, возможно, у него были какие-то причиндалы, оружие, комбат. Давайте здесь сохранимся, сейв. Не можем здесь сделать сейв, как плохо. Сверху, блин, какая-то преграда была, пролетела. Значит, на крыше не так... Сейчас, смотрите, преграда еще. Хыч! Будет Бобо. Наверное, могут убить. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять. Офигеть, сколько здесь много. Нужен какой-то... Что, рычаг или вентиль? Плейс, ладно. Где мне его взять? Вот он, рычажок. Ах.
Ага, мы на крыше открыли проход. А можно еще что есть найти? Банку какую-то, блин, все, что можно кидать. Я понимаю, конечно, что у меня есть пистолет, но этого может быть недостаточно. Смотрим преграды, вправо уходим. Чикс. Хотя мы присели, может быть, нам ничего не сделали бы. И еще. Чикс. Пролетели. Пролет. А если я хотел бы к ним залезть? Как же к ним залезть? Палочка, льдинка, выручалочка. Здесь мы сохранимся? Сейв. Давайте здесь я сохранюсь. Вот здесь. И попробовать, может, их всех поубивать. Блин, их же много. Anyway, this was January 12 years ago, roundabouts. It was like this times 10. Блин, поубивать, но это надо мышкой. Так, ну тогда в голову я не знаю. А, блин, у меня 1, 2, 3, 4. Значит, вот это вот в голову чикс, потом это льдинка мы просто. Блин, а как перезаряжать? Так, все, жопа мне, жопа. Дорога. Еще раз попробуем. January 12 years ago, roundabouts. It was like this times 10, basically. Couldn't see more than a foot in any direction. Snot freezing while still in your nose. So cold the air burns your throat when you breathe. All that. And we're out there dragging supply sleds that weighed five times more than any of us. Почему я не могу другого кинуть? Hey, we got a killer on the loop. We got a 187. Let the hunt begin. Да чтоб тебя в горло! Я же ему в горло стрельнул, почему не умирает? Давайте еще раз попробуем. Ну, в принципе, можно их пропустить, но я хочу... Блин, у них что-то интересное. У них оружие охрененное есть просто. Anyway, this was January 12 years ago, roundabouts. It was like this times 10, basically. А, блин, там еще кто-то. А если кинуть льдинкой и выйти спрятаться? Вот так вот сделать. Как? Все, меня замочили. Все, я понял. Короче, валю я отсюда. Забираю пистолет и нафиг отсюда валю. Не получится у меня здесь ничего с ними сделать. Это будет долго. Yes.
trust me. They get some real winners out there. Anyway, this was... Что? Сталь лучшего качества написана. Вот, блин, это Советский Союз. Ну, Румыния, возможно. Еще, ну, тро... Ох, блин, вот это пронесло. Дзинь-дзинь-дзинь, чуть нас не убило. Здесь уже чуть поменьше. Советская звезда. Да, Советский Союз. Ну вот, уже есть. Слушайте, а мы можем... Клайм. Пролезть. Раз, два. Закрыто. Замерзшее. Открыто. Ether Corporation bought this train for sample backups to launch. But since the bombing of the R&D site... Старый гвоздь. А у нас есть льдинка, у нас есть гвоздь. Здесь их трое. Раз, два, три. Айскла. Transport, your guess is as good as mine. But at one point, it appears to have been the HQ of Janus. Cold War spymaster? Well, apparently his crest was in the front car before Peter painted it. Я думаю, в этого сначала. Well, that's the way it goes. Hey, you! What seems to be the... Старый гвоздь мы всегда сможем забрать, я думаю. Move it, go, go, go! Пистолет без глушителя, поэтому лучше будем, наверное, работать гвоздем. Я не понимаю, почему мы не могли гвоздем кинуть. Нужно ли переодеваться в этих охранников? Мы и так охранники такие, как и они. То есть одежда такая же самая. Пистолеты те же самые, просто мы... Блин, а как же перезарядка делать? Она автоматически, в принципе, перезаряжается. Глушителя нам не хватает. Так, в кабинку в эту надо войти. Можно гвоздем открыть? О, можно гвоздем открыть. Обалдеть. Закрыть. Close. Это с глушителем? Гад, короче, надо переодеться в этого уже охранника. It's coming, он идет, все, это было палево. Чего он здесь? Можно их и оставлять? А нет, с прохода лучше забрать. Вот именно с прохода вдруг вдалеке там откроют, сразу же увидят трупаков.
Ну, дробач с глушителем, это, конечно, прикольно. Закрывайся, дверь. Close the door. Никак. Это у нас... Что такое? Сода банка. Можно кидаться. И все. Все как в наших поездах, ребят. Только Советский Союз. Еще звезды остались. Здесь трупаков прятать. Ну или самому прятаться. Соук мыло. Возьмем тоже. Кому-то намылим бошку. Хотя бы уже в шлеме. Глушитель из баллончик для краски. Присоединили, и получился у нас глушак. Теперь будет у нас убийство поярче. Gun Mother. А здесь пора уже сейвиться. Закрыто. Отсек А. А здесь хоть перевод есть, ребята. Нет английского, но хоть надписи на русском языке. Советский Союз. Э? Как вам Союз? Нерушимый. Вот он. Сеть железных дорог России? А зачем здесь сеть железных дорог России, если это Румыния? Как-то здесь... Блин, американцы, кто там делал? Короче, интернациональная команда разработчиков. Макет вагона. Как-то вы так сделали все по-странному. Нас не будут палить, если мы просто пройдем. Мы же типа охранники. Тупую пройтись и все. Давайте здесь сейв сделаем. Именно на этом месте. Да ёб твою мать. Вот оно... Ну, пистолет здесь стрелял. Очень прикольно. Я думаю, нам надо здесь сейчас переодеться. А нет, не надо. Я думал, они все без шлема. Это будет беспалевно или палевно. В каждом вагоне как-то со шлема, без шлема, может быть. Дробач нам уже, наверное, не нужен. Трактор в поле такой же, как танк в бою. Блин. Это прикольная заставочка. Это
скорее всего, отключим электричество. Давайте так, чикс, диверсия. Кто придет, тому капец. Скорее всего, свет отключили. Да, инвестигейтер. Ну, как-то они с замедлением, конечно, это все. Идите сюда. Отдохни. Может, тебе надо было переодеться? Типа, зашел такой. Турнон. Типа, мы все починили и вернулись. Здесь мы сохранялку сделаем. Подумает, что это тот же чел, который типа вышел, все починил. Нет, так не прокатывает. Окей. Я что, выкинул пистолет? Ни хрена. Дробач. Ну, дробач пусть будет на всякий случай. Вдруг у кого-то здесь будут еще патроны к нему. Я не могу понять, как перезарядку. Какая кнопка перезарядки? Игра, ребята, она клевая. Клоус, давайте закроем. Через окно. Двери закрыты. Ну, только через окно. Where are we supposed to be exactly? Ukraine? It all looks the same. Exactly. Nah, somewhere in Romania. We're on a loop from Zagreb to Irkutsk. Isn't that risky? What about the border inspections? Сработаем. System of decommissioned rail lines to pay the local governments to look the other. Чик-чикс. Experience есть. По 5 очков. Ну, be open. Что be? Ничего не открывается, надо встать. Раз, два, три, четыре, пять. Дофига.
Чё у меня там би-би светится? Open, open. Что за open? Нафиг мне open. Ага, я понял, как перед. Что за B open? Что за open? B пикап. Здесь один. Там еще как-то его сюда приманить. Мылом. Содой. Зайди сюда. Мыло. Заходи. Козлина ты, блин. Эй, что происходит? Окей. Чувствую, сейчас будет. Двери не будешь открывать? Отдохни. Отсек С. Бронежилеты. О, ребята. Дробач вот на всякий случай не выкидываю. Как я и говорил, вдруг патрончики будут. Но с глушителем автомата. Это у нас ACA, это корпорация, это ACA SMG Raptor Cover. Попробуем, как стреляют? Или на пистолете? Эссел, козёл. Эссел. А вот и дробач наш, слушайте, ребята, видите, что мы делаем?
что новое собираем. Стоп, блендит, это типа стоп разборка, это типа мы маскировались, так, оружие взяли, давайте все эти патрончики пособираем. Смотрим, у нас для этого 18 патронов уже, давайте мы возьмем сейчас. Перезарядит. Чик-чик-чик-чик-чик-чик, 7. Я как чувствовал, что не надо было выкидывать. Ну, в принципе, и здесь можно было брать этот дробач. Патрончики, патрончики. Это у нас бомба была? Камень там почистит, пособирает. Ну он, я не знаю, ну блендин, ну это как будто как смешивание, сборка и все. Может, отвлечение момента какого-то, просто для нас, для красоты это сделали. Но ничего, как какого-то усовершенствования в этом не вижу. Для оружия. Блендинг, блендинг. Типа подходишь, начинаешь собирать, на тебя никто не обращает внимания, возможно. А здесь, возможно, надо будет возвращаться и открывать. Отдохни. Слышали? Ну я же, блин, я же стрелял. Тут ни камер нет, ничего. А стрелял я. С глушителем. Гвоздь, чтобы открыть. И при этом гвоздь у нас остается на месте. Или он сломался? Все, гвоздя у нас уже нету. Мы уже не сможем открыть. Или он в двери остался? Нам надо для чего? Будем открывать. Граната фрагментация. Сюда пойдет на ловушку и будет взрыв.
Будет взрыв или нет? Скажите мне. Кстати, подождем. Блин, давай, стреляй! Дробач наш. Мы его выкинули случайно. Бляха. Ну как так можно, блин, а в горло стреляю и не умираю. Не умираю. Чего ты ждешь, говорю, конечно. Умер? Нет. Кто быстрее перезарядится? Наконец-то пробили. Пробили защиту. Так, подняли. А вот я. Случайно выкинул. А здесь можно, я думаю, уже переодеваться в этого черта. Пу, сколько? Дробь из... Раз, два, три, четыре, да. Шесть... Как это? Дробинок, или как правильно сказать? Шесть дроби. Ты живой? Отвлечения, взрывы. А давайте чуть повзрываем. Посмотрим, какие взрывы будут. Просто взорвется или нет? Или будут гореть и все? Просто отвлекает внимание. Прикольно сделали тем, что здесь ты как бы линейно идешь, тебе не надо никакие другие задания делать, кроме как сражаться, выживать. Отверточки. Молоточки пошли. Постреляем. Умри уже, сколько можно там выживать-то, а?
Прямо как шутер. Не пропускаем никого. Вы хотели стереть нашу... Опача, ребята. Офисный работник. Все, переоделись в офисного работника. Я не знаю, какие у них там автоматы есть. Нам бы пистолетик здесь понадобился. Или отвертка. Кто здесь help me? Работаем, работаем. Отверточку-то отдай. Переоденемся в него теперь. Оффлайн доработаем. Блин, здесь что с кнопками, как эта байда, блин, она путается между гвоздик здесь. Отвертка, где моя отвертка? Не могу отвертку взять. Open B. Что там за Open B? Какой нафиг Open B? Отвертку не могу забрать. Давайте-ка сюда кого-то, может, или молоток возьмем. Я к ней подхожу и хочу ее как бы умертвить. Почему не могу? Надо ее на пол скинуть. Сейвимся. Ничего здесь, в принципе, ключей здесь никаких. А нет, что это серверная? А нет, вода. Вода мы не можем использовать. Дедрак, почему здесь смешение кнопок между клавиатурой идет и джойстиком? Что за нафиг? Молоточек мы забрали. Вот хоть молоток можем забирать. Отдохни. Отдай молоток. What? Oh,
А чему я не могу молоток использовать, а? Я хочу ее... Блин, здесь Yellow Well. Я взял ключ, но не знаю... Надо было что-то открыть, но я не знаю, где это было открывать. Автоматическая, ну и не автоматический сейф тоже надо делать. Мы уже рядом с боссом. Какую-то такую изощренную штуковину, чтобы его убить. Вот этим ключом, что ли? Поворотом, или как называется, я не знаю, вентиль. I don't suppose there's any point calling for help. No. Seems I brought this on myself. Well played, Miss Burnwood. Do you really think she'll be able to resist all that power? This is not how people work. She rejects the power, not the responsibility. A noble idea. But please join me in the real world. I trust you already know what this is. Why not simply take it? Embrace who you were always meant to be. No, never again. Well, I had to try. Go on then. Do your thing. At least I die knowing who I am. Сирион, то есть можно забыться, то есть вколоть себе и забыться. Или ему вколоть. Инъекцию с серумом. What are you doing? No! Он предлагал нам вколоть все забыть. You're making a mistake. Это сделал ошибку. It's mine to make. Это мой выбор. Forgive me. I seem to have Он все забыл? Don't worry. We were done. Мы все сделали. Мы его не убили. Просто все забыл. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А вообще можно это румынскому поезду стоять на таком ветхом мосту? Не удивило. The string of resignations at the top level of international finance continues as Milton Fitzpatrick CEO Alexander Fannin joins the president of Hams and Oil, while the lead founder Tim Quinn and a bunch of other people step down. One year later. Один год спустя. It's been a long time. Agent 47. That's not who I am anymore. The pact is done. The past. Dead. And yet, here you are.
I choose this path because I can. There will always be people like them. So there will always be people like us. No one is untouchable. It's good to be back. То есть она подстроила, чтобы он убил твоего черта. А сейчас попробую, ребята, еще концовочку переиграть. Офлайн. Хитман третий. Давайте я хочу с последнего загрузиться. Да, я попробую ему не вколоть, а убить его. Тогда как концовка как-то изменится или нет, все-таки финальная. I don't suppose there's any point calling for help. No. Seems I brought this on myself. Well played, Miss Burnwood. Do you really think she'll be able to resist all that power? This is not how people work. She rejects the power, not the responsibility. A noble idea. But please join me in the real world. I trust you already know what this is. Why not simply take it? Embrace who you were always meant to be. No, never again. Well, I had to try. Go on then. Do your thing. At least I die knowing who I am. Пробуем, короче говоря, его убить. Не стукается. Издалека. Сломался лом об башку. Будем тебя взрывать. Этого было мало. Блин, вот это он подлетун. Вот не взяли мы шприц. И тебе еще надо куда-то что-то с тобой сделать. Ой-ой-ой, какой пистолетик. Power wife. А если было на стоп-кран не нажимать, а через окно попробовать еще выйти? Или убить его, или не трогать, тупо уйти, не убивая. Вот просто интересно, вот концовка, она как-то будет меняться или все-таки нет? Блин, но я все равно винусь, я там все сторисы, я попрохожу, не удел. As Milton Fitzpatrick CEO Alexander Fannin joins the president of Hams and Oil, while the lead founder Tim Quinn and a bunch of other people step down. Почему концовку нельзя как-то изменить? Все-таки это ж разный конец. А вкололи и память ему обнулили. Убили или там отпустили. Должна быть концовка как-то меняться. One year later.
Лазар. It's been a long time, Agent 47. Прошло много времени, агент 47. That's not who I am anymore. The pact is Это не done. Тот, кто я есть сейчас. The past. Dead. And yet, here you are. Но ты все еще здесь. Yet. Here you are. Ты есть тот, кто есть. Here. Это ж мобильный телефон просто с антенной установлен. I choose this path because I can. There will always be people like them. So there will always be people like us. No one is untouchable. It's good to be back. Хорошо, что я вернулся. Хорошо быть возвращенным. Нет, я, короче, давайте еще раз. Я концовку еще раз переиграю. Я попробую, может, его не убивать. Next. Еще раз load. Просто можно как бы не стоять с ним. В другие двери пойти обойти. Через окно залезть. Наверх. Хочу наверх. Не двери, а наверх. Full, как это, full lever in case emergency. Не дают нам выбора. Это что за нафиг, ребята? Смотрите вверх. Что это за текстура? Это что, Майнкрафт какой? Блин, а? Летающие елки. Елки, палки, моталки. Елки, палки, моталки в Hitman 3. Еще подобное что-то увидим вдалеке. Ладно, пошлите дальше. Пробуем. Кофейку, может? И вариант концовки. Ну, концовка-то одна, ну, как бы, решение ее. Any... Ёлки-моталки. Удавка его, что ли, задушить? Огнетушителем его приначить. Выйти никак не можем. Использовать стоп-кран не можем. Мы нелетально. Ну, блин, это ж... А если мы его просто нелетальным вырубим? И чё, теперь мы можем отсюда уйти? No? It's not possible. Дайте огнетушитель, его обратно положу. Вдруг кому-то пригодится. Снэпчак. 7 метра до выхода. Ну, я хочу как выйти отсюда. Не нажимая стоп-кран. Ну, если уж пошла такая жара, значит, разрядим в него всю свою обойму. Вообще, проверим. Как здесь уроны какие? Не уроны, а вернее, разрушения.
В ноги, да, есть урон. Ну, вернее, видна дырочка. Дырочка. В спине нет никаких дырочек. Автоматом пострелял. Сейчас отойдем. Белые останутся следы. Чикс. Остались. Ну, от автомата не остались. А можно было мочкануть его и топором? Да не-не-не, не бросаем, его уже скинем. Странно, что его здесь никто не охраняет. Очень-очень странно. Один выход. Just one. Next door. По бутылочкам можно пострелять. Это он не киберпанк. Никакого совершенно урона нет. Ни по каким предметам. Это что, металлические чаши? По одной как бы? Ну дайте, блин, а хоть что-то мне такое интересное. И вагон отцеплять, наверное, не надо было. Можно было вернуться, там все... открывать. Ну окей, хорошо, потом можно будет переиграть. Давайте это все мотаем. Ёлки-моталки. I lied. Нет, я рестарт не буду делать. Ребята. В основное меню смотрим, что мы вообще попроходили по этому уровню. Go online. На офлайне, ребят, ничего не сохраняется здесь. Не видно, какой, что у нас пройдено, что у нас не открыто, какие опции. Короче, на этом все, ребята. Я думаю, в следующие сторисы мы проходим уже, что у нас здесь недооткрыто онлайн, когда я зайду. Будем проходить. С вами был, если будет Мэй. Всем пока-пока.